В Пермском крае общий объем выбросов загрязненных веществ в 2018 году уменьшился почти на процент. Однако выхлопы от автомобильного транспорта в регионе за год увеличились на 4,5%, а с 2010 аж на 45%. Реальное влияние на жизнь региона этих показателей попробуем понять сейчас. В этом нам поможет Вячеслав Марков, председатель Российского экологического общества в Пермском крае. Вячеслав, приветствую вас. Добрый день. Для начала вот эта вот цифра, на мой взгляд, 44-45%, там без уточнений, все-таки это насколько критично? Ну, это большая цифра, а на мой взгляд, она может быть даже немножечко быть и заниженной, эта цифра. С чем связано ваше предположение? Ну, просто то, что взять из статистики даже европейских городов, мы ничем, в принципе, не отличаемся. Да, то же самое мегаполисы, города, миллионники. У них порядка 70%, то есть идет загрязнение. Несмотря на то, что их автомобили в основном все импортного производства, европейские, там, американские, японские, оснащены нейтрализаторами на выхлопных трубах. То есть у них машина не может выйти на дорогу, если у нее нет нейтрализатора погашения вот этих всех вредных веществ. Прошу прощения, уточняю, 70% это рост в европейских городах? Это есть такое, да, конечно, в крупных городах-миллионниках, в мегаполисах есть такие проблемы. То есть мы даже на их фоне по официальным данным видим... Здесь цифры. Вот причины все-таки такого роста, в чем они заключаются? Причины роста, ну, в первую очередь, здесь, наверное, ряд причин есть. В первую очередь, наверное, это у нас будут старые автомобили. Да, уже, как сказал, потому что они, во-первых, старые двигатели, во-вторых, они не оснащены теми самыми нейтрализаторами выхлопных газов. Соответственно, у них старые бензиновые двигатели, да, которые у нас, соответственно, несут большую вот эту массу выхлопных газов, дают. Второй момент – это дороги. Дороги не в том, что они у нас есть, либо их нет, а в том, что они у нас узкие, много поворотов, заворотов, перекрестков, постоянно транспорт останавливается, как мы знаем, то есть в состоянии покоя автомобиль выделяет еще больше, поглощает бензина, и, соответственно, выделяет еще больше этих токсичных веществ. Ну и опять же место трогания, то есть мы тронулся автотранспорт, соответственно, у него опять идет догазовка, и опять у нас получается эта вся система выбросов. То есть, если и третья, наверное, причина, она больше актуальна, наверное, даже не для сколько миллионников, а для малых городов, это, наверное, некачественный бензин. То есть, есть, скорее всего, предприятия, которые... Ну, давайте по каждой из причин потом подробнее на них остановимся. Предлагаю начать все-таки с первой по поводу старых, не старых автомобилей. Вот, на ваш взгляд, те автомобили, которые мы встречаем на дорогах в Перми, в Пермском крае, насколько все плохо или, наоборот, хорошо? Ну, здесь старых автомобилей, конечно, становится поменьше, но становятся, опять же, автомобили с большими объемами двигателей. То есть, если большой объем, он, соответственно, ест больше. А, то есть вы сейчас говорите о том, что лучше пересаживаться на... Ну, малолитражки, в принципе, везде в Европе используют малолитражки, да, по центрам города ездят. Это очень удобно, это и мобильно, и припарковаться проще, то есть и в движении. Ну и дороги там, соответственно. Ну и дороги там другие, конечно. Здесь одно выходит из другого. Хорошо, поводу старых, не старых автомобилей предлагаю поговорить с представителем управления ГИБДД по Пермскому краю Игорем Кетовым. Игорь Олегович, приветствую вас. Все-таки, насколько старый, так скажем, автопарк в Перми, в Пермском крае, можно ли бы его вообще таким назвать? Да, мы проанализировали ситуацию с транспортом. Значит, по состоянию на 1 января 2019 года в Пермском крае зарегистрировано более 1 200 000 единиц транспортных средств. Из них легковых автомобилей только 875 тысяч. Значит, по сравнению с прошлым годом рост по краю составил по легковому транспорту плюс 33 700 единиц. По краю всего около 50 тысяч единиц. По возрасту, проанализировав, значит, все, что у нас зарегистрировано на учете, у нас средний возраст автомобиля получилось 17 лет. 17 лет – это общий средний возраст, да? И автобусов, да, и легковушек. Тот 1 200 000, который есть. Если взять статистику с 2000 года, значит, какие машины были зарегистрированы, у нас на учете стоят, то средний возраст, значит, составил около 10 лет. То есть вообще омолаживается автопарк у нас, но количество автомобилей растет. Вот за год почти плюс 50 тысяч.
Игорь, спасибо вам большое за эти цифры. Сейчас как раз и обсудим их с экспертом. Вячеслав, вот, ну, общая тенденция показывает, что возраст он снижается, но при этом количество растет. Вот ваша оценка? Здесь, опять же, надо смотреть, да, какой транспорт. То есть растет транспорт, опять же, с большими, скорее всего, с мощностями, с большими объемами двигателей. То есть отсюда у нас, соответственно, идет больше расход топлива. Тоже такая же причина. То есть здесь это, нужно переходить более, скажем так, уже экологичному виду транспорта потихоньку. То есть смотреть на все-таки на опыт зарубежных стран. А что касается дорог, вот уже переходим ко второй причине. Что здесь не так? Узкие дороги, пробки. Но это же, по сути, относится больше к центру, чем ко всему. Ну, городу. Это к центру у нас, если взять город Пермь, то у нас центр частенько стоит. Если взять улицу там, промышленную, да, люди едут с работы, то есть встает шоссе космонавтов. То же самый вопрос, можно сказать, по героям Хасана. То же самое. То есть где-то, где располагаются у нас очень большое количество каких-то промпредприятий, баз, там, соответственно, у нас большое количество транспорта и возникают пробки. Ну, как эту проблему решать? Здесь же нельзя же перестроить все дороги в городе. Ну, здесь и у нас многие дороги не позволяют даже перестроиться и их решить, потому что у нас здания находятся вдоль этих дорог, то есть потому что город построился не вчера и не сегодня, грубо говоря, уже почти 300 лет назад. И потихоньку-потихоньку эта вся инфраструктура сформировалась. Ну, здесь больше делать, наверное, здесь уже выходить из этого, то есть делать уже зеленые насаждения. Больше давать зеленых насаждений для того, чтобы они поглощали вредные вещества. А в принципе и общероссийская, может быть, и мировая практика говорит о чем? Нужно просто больше зеленых насаждений или... Ну, вот смотрите, если взять западные страны, то есть у них же, видите, все же в асфальте. И борьба у них с теми же самыми выхлопными газами, да, которые у нас, соответственно, потом попадают, это все вредные вещества в почву, то у них это все попадает, соответственно, на эти бетонные там, плиточные покрытия, которые они регулярно с шампунем моют, тем самым предотвращая нахождение этих вредных веществ. У нас везде открытые участки земли, и попадание этих веществ в землю, соответственно, сравнимо разве что с радиоактивными элементами. Да? То есть это никак уже. То есть здесь это большая причина, как с этим бороться. То есть как ее очищать, эту землю. То есть это вопрос такой риторический довольно-таки. И третья причина, я, к сожалению, вас тогда перебил, а вот про качество топлива, что вы имели в виду? Ну, то, что есть у нас все-таки, скажем так, бодяжный бензин, да, есть на рынке в любом случае, он присутствует, потому что люди гонятся и подешевле заправиться, и экономия, и, соответственно, и машина, если у него... И учитывая рост цен на бензин. И учитывая рост цен на бензин, конечно, это все появляется. И спрос на бензин, то есть в любом случае появляются недобросовестные предприниматели, которые, скажем так, там, прямогонными этими всеми добычей этого бензина, да, добавляют определенные там, присадки для того, чтобы для увеличения октанового числа. Соответственно, у нас бензин некачественный и не соответствует тому, что должно быть. То есть и выходить нужно на уже на зеленое топливо. То есть там на газ выходить природный. То есть и этиловые спирты есть, да, уже и другие виды альтернативы бензиновому. Вот, ну и, пожалуй, один из главных вопросов, он уже не столько к вам будет относиться, по поводу того, как же это все-таки влияет на здоровье человека. Именно это мы узнаем у Ольги Устиновой, замдиректора Федерального научного центра медико-профилактических технологий управления рисками здоровья населения. Ольга Юрьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Вот если коротко, то все-таки как выхлопы влияют на нас с вами, по сути? Ну, выбросы автотранспорта на сегодняшний день занимают 50% в общем вале загрязнения. И, конечно, влияют на здоровье жителей, прежде всего, крупных городов, в не лучшим образом. В условиях загрязнения атмосферного воздуха выбросами автотранспорта, прежде всего, повышается уровень заболеваемости детей, но и групп взрослого населения, наиболее уязвимых к действию раздражающих токсических веществ. То есть растет уровень заболеваемости болезнями органов дыхания, увеличивается количество хронических заболеваний носоглотки, увеличивается количество аллергических заболеваний,
Но, к сожалению, действие выбросов автотранспорта многолико, и поэтому кроме органов дыхания поражается центральная нервная система, особенно у детей, поражается печень, поджелудочная железа. То есть действие этих выбросов весьма многообразны. Ольга Юрьевна, ну, честно говоря, вы сейчас очень сильно напугали, и все, что вы сейчас сказали, звучит очень страшно. И все-таки давайте какой-нибудь свет найдем в этой ситуации. Вот и понятно, что снижается количество года, вот эти возраста у транспорта, но при этом транспорта, как нам сказали, ГИБДД становится больше. И тем не менее, вот молодой человек, там, 30 лет, всю жизнь прожил в центре города и вдруг задумался о своем здоровье и решил, ну так скажем, очиститься. Что нужно делать? Ну, вы знаете, вот эта вот эфемерная совершенно задача — найти абсолютно экологически чистое место, хоть в горах, хоть на Алтае, хоть где. Проблемы экологические, они планетарный масштаб, как правило, носят, и с теми или иными, ну, другой, допустим, уровень, он может столкнуться и в этих, с его точки зрения, благополучных местах. Мне кажется, необходимо применять известные мероприятия, которые снизят негативное влияние. При этом человек не будет радикально менять место жительства, если состояние здоровья не требует этого, если ему это не рекомендуют врачи. Ну и что здесь прежде всего? Если квартира не однокомнатная, и вы выбираете, допустим, куда сориентировать спальню, конечно, она должна быть сориентирована окнами не на шумную автомагистраль, желательно в зеленый двор. Если вы идете гулять с ребенком, то вы гуляете не по магазинам и не гуляете по шумным автомагистралям, а уходите в зеленую спокойную часть микрорайона. Проветривание в помещении, конечно, идеально, это установка очистителей воздуха, кондиционеров, но если вы живете рядом с крупной магистралью, проветривать все-таки надо не в часы максимального напряжения потока, то есть это не с утра, не с 7 до 10, это не в период с 2 до 4, второе, третье, вернее, пик — это с 5 часов вечера до 8, а в другое время, ночью или вечером с 10 до 12. Ольга Юрьевна, спасибо вам за вот эти вот советы. Я надеюсь, наши зрители прямо с блокнотиком сейчас слушали вас и записывали. Спасибо большое. На связи со студией была Ольга Устинова, замдиректора Федерального центра управления рисками здоровья населения. Игорь, прошу прощения, Вячеслав, вот... Три, может быть, главных способа, как вот эту всю историю, ну, неким образом в позитивное русло вывести. По каждой из причин. По каждой из причин. Во-первых, транспорт, да, у нас. Смотрим, соответственно, то есть здесь уже у нас идет, все равно это экономически зависит. То есть все равно нужно пересаживаться на альтернативный транспорт, то есть электротранспорт, который уже сейчас в городе и появляется, уже есть и целое сообщество у нас. Что касается дорог, больше зеленых насаждений? Больше зеленых насаждений в данном случае вдоль дорог. И делать. Следить за тем, какое топливо вы заливаете. Совершенно верно, потому что здесь, как уже сказали вот предыдущий, да, комментатор, у нас свинец идет. Свинец у нас — это тяжелые металлы, которые в принципе попаданием в почву не имеют времени распада. То есть они у нас остаются там навсегда, так же, как и в организме тяжелые металлы накапливаются, и они потом у нас не выводятся. Вячеслав, спасибо большое. Вячеслав Марков, председатель Российского экологического общества в Пермском крае, был в студии РБК «Пермь». Мы обсуждали уровень загрязнения в Перми и в Пермском крае.